Всем доброго дня. Сегодня у нас суббота. Ну, морозно. Мороз, конечно, 20-22 градуса на улице. И ничего не остается, как только гулять по парку. Ходить за покупками, на рыбалку идти не хочется, потому что, ну, ничего не клюет такую погоду. У нас надо потеплее, хотя бы 18-20 градусов, тогда будет нормально клевать. Ну, в принципе, прогуляться по парку у нас тоже приятно. Сейчас вот я одену перчатки только. Что-то в руках держать даже как-то замораживаются быстро. Руки. Ну, а я гуляю по парку. Народу немного, сайт поднимается, никому тут неохота, как я, сопли морозить. Сильно только вот с детьми гуляют, отдыхают. Снег хрустит. Время уже, конечно, после обеда. Ну и надо было отоспаться. И, как видите, я розовенький. Хотя прогулялся совсем немного вот от магазина. И иду в сторону белок. Там у нас чуть дальше белки. И хочу я этих белок маленечко вам показать. Конечно, было видео на канале. Я показывал этих белок, но это было летом. Они были бодренькие, шустренькие. Кстати, белки у нас разбежались везде. Бегают по парку и даже у меня за домом. Там небольшой лесочек. Там тоже они живут. Вот так. Экология действий. Вот вроде как здесь завели белок для красоты, а получилось, что завели белок для всего города. Следы есть. Но здесь собаки бегают, поэтому они стараются, конечно, наверху сидеть, где-то бегать. Ну, бывает, вот идешь, и они прям вот бегают, ну, по земле. Так что вот так вот. Ну, приятно. Хорошее вот так. Прогуляться можно. Отлично. Вот, гуляю, хожу. Вот такой парк у нас здесь. Здесь книжечки, детские площадки. Там люди гуляют. Ну, и я заодно гуляю. Так, нет, туда я не пойду. Кстати, белок нету. Но они вот здесь в парке живут. Убрали сетку с белками. На горочке два человека. Ну, вообще, народу почти нет никого. О, неудобно. Не взял с собой палку. А руками держать, сами знаете, не очень удобно. Вот так вот. Завтра, может быть, на рыбалку и соберемся. Не знаю, если брат поедет на ту сторону Волги. Как минимум, дам ему экшн-камеру. Купил он экшн-камеру, которой пользуюсь, по сути, больше я, чем он. Все хрустит, все шумит. Погода, в принципе, вот здесь хорошая. Здесь-то ветра нет в парке, потому что здесь деревья. А с утра был ветер прямо вообще ужас. Ну и я, по сути, поэтому на рыбалку и не пошел. А зачем мне? Охота получать от рыбалки только удовольствие, а удовольствие должно быть с хорошим желанием. Так, где тут у меня тропинка напрямик? Вот она, на рынок. Ну, в общем, вот так вот. Отдыхаем, гуляем, ходим по магазинам и не ходим на рыбалку. Завтра обещают, в принципе, теплее. Быть может, и схожу. Там будет видно. Ну что ж, всем удачи, всем пока. А у нас такая красота в парке. Вообще супер. Никого нет, холодно, никто не хочет гулять. Только такие, как я, бродят.